Внук Аллы Пугачёва Никита Пресняков решил продать, собственно, подарок под Примадонны, свой дом за 225 миллионов российских рублей. Это примерно 3 миллиона долларов. С подробностями Жан Содери. Здравствуйте. Никита Пресняков, по сути, продает дачу трехэтажную с собственным причалом на реке Истра. Отмечает, что интерьер устаревший, но дороговизной может похвастаться. В частности, там лепнина, также украшены апартаменты с золотом, шелковыми обоями. Помимо этого, есть гостиная с камином, кинотеатр, библиотека и многое другое для комфортной жизни. Летом прошлого года именно в этом загородном доме Никита Пресняков вместе со своей женой Аленой Красновой отметили годовщину свадьбы и пригласили своих родных и близких. К слову, не так давно с имуществом попрощалась и сама Алла Пугачёва, которой 73 года. Она выставила на продажу замок в деревне Грязь. Собственно, стоимость примерно 1 миллиард российских рублей. То есть, по сути, это даже больше, чем в 4 раза дороже, чем продает свою виллу Никита Пресняков. Кончил Пресняков Нью-Йоркскую киноакадемию. Поговорил, что возвращаться уже не планирует. И сейчас выступает под своим новым творческим именем Ник Пресс. Покоряет американские рубежи. Не знаю, друзья, тут, собственно, начали ходить слухи, заслуженно ли получил он этот дом, потому что, сами понимаете, человек вот за всю жизнь, наверное, не купит никогда такой коттедж, да, ну, однозначно, раз это отпрыск от Пугачёвой, да, то он разбалованный. То есть, да, он талантливый, да, он пишет песни, но, знаете, ему так прям с барского плеча досталось все, да, и вот он купался вот в этой золотой ванне, да, вот в этом золотом молоке, и сейчас он решил это все продать и просто поехать в США и тратить там деньги. Что думаете по этому поводу, напишите комментарий под этим видео, подпишитесь на канал, дальше будет что-нибудь обсудить. С вами Жан Содерь. До встречи.